Вы знаете, еще вечер не кончился. Я думаю, что все будет хорошо в силу того, что артисты, которые принимают участие здесь, они настолько любили Валентина, что просто я им признателен до бесконечности. Найти время, может быть, оторвать от семьи, понимаете, и поэтому я им признателен за это. Спасибо вам большое. Дай им Господь здоровья. Я думаю, что все состоится, все будет хорошо. Вы так похожи с сестрой. Вот чувствуете, что вот действительно вот где-то далеко она, или вот пока еще нет? Она недалеко. Она рядом, она с нами. И пока мы живем, мы всегда помним людей, которые прошли. Тем более Валя. Вот я себя сколько помню, столько я помню. Потому что это было с самого детства, самое лучшее для меня всегда. Дело в том, что на свете не так уж много людей, которые называются твои родственники, кровные родственники. И друзей-то много, понимаете, знакомых много, а вот кровных родственников, и не поддерживают это неправильно. Ну и еще самое главное, чтобы они тебя поддерживали, они интересовались, звонили тебе, интересовались, как это, что. Тогда это проникновение души. Вот с Валей у нас это было. Редкая штука вообще, как между близкими родственниками, братьями, сестрами, дружбой. Вот с Валей всегда было. Это досаду наводило домыслы, досужие домыслы разных людей, которые суются и пытаются каким-то образом залезть к тебе в кровать или что-то выведать. Или... Это как помойное ведро в чужую квартиру лазит, понимаете? Вот то же самое. Конечно, это неприятно, но она настолько высока была, что на злобные слова не злилась. Души песни берегла, вот как я написал в своих стихах. Какие были последние слова? Я не знаю, что это такое последние слова. То, что она маме говорила, то, что она говорила мне. Все сложно. По вашему ощущению, вот по такому, как вот ваша душа чувствует? Вы понимаете, моя душа чувствует, что она пришла в свой мир. Потому что она, человек, была воцерквленная, понимаете? Она к церкви имела соотношение. То есть можно сказать, что последние слова ее были о Боге, да? Думаю, что да, конечно. Спасибо. Конечно. Валентина Толкунова, мне кажется, из тех певиц, да, я не буду кривить душой, никогда не был ее там большим поклонником или фанатом, но это с годами только ты начинаешь понимать, что эта женщина обладала невероятным богатством неповторимого тембра, потому что ее голос ни с каким голосом не спутаешь, и ее голос, он как бы, он так как ласкает душу, в нем есть такой вот какой-то колокольчик, откуда-то сверху, и она всегда, и этот голос абсолютно идет из души откуда-то, то есть абсолютно ее характеризует, то есть ее нет без голоса, а голоса нет без нее, то есть вот абсолютная гармония, органика, то, чему может завидовать любой артист и любая певица.